Далее смотрите прогноз погоды и рубрику «Мой доктор». Если у вас есть интересные темы, звоните наш телефон 23413 или оставляйте комментарии нам в группе ВКонтакте. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. В четверг, 18 февраля, ожидается пасмурная погода, небольшой снег, температура воздуха ночью около минус 1, днем около минус 3 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.